В Иордании заподозрили, что вратарь женской сборной Ирана – мужчина. Голкипера решили проверить после отбора сборной Ирана на Кубок Азии в 2022 году, на который иорданская команда не прошла. Когда во время матча с барышней слетел головной убор, внимательные зрители подметили мужественные черты и стрижку. Тренер иранской команды все отрицает, дескать, со стороны Иордании это не более чем зависть. Как бы там ни было, разрешить спор сможет только врач.